Екатерина Варнава поразила поклонников необычной прической автор 10.06.2020. Поклонники уже давно привыкли видеть Екатерину Варнаву с длинными волосами медового оттенка, однако недавно знаменитость сумела удивить их радикальным перевоплощением. Стоит признать, что новый снимок телеведущей в Инстаграм произвел настоящий фурор. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Звезда предстала перед поклонниками с новой короткой стрижкой и пепельным оттенком волос. Комментаторы поспешили поделиться со знаменитостью мнением по поводу неожиданного преображения. Круто, бомбический образ, вот это красота, прическа как у парня из мультика «Летучий корабль, бомба», пишут они. Варнава, в свою очередь, процитировала чеширского кота и Алису, героев известной сказки «Как тебя понимать?» «Понимать меня не обязательно. Достаточно любить и кормить вовремя». Вероятнее всего, Екатерина все же воспользовалась париком, однако многие поклонники связали перемены в ее образе с недавними новостями о расторжении помолвки. Напоминаем, что артистка 5 лет была в отношениях с танцором Константином Микинковым, но прошедшей весной стало известно, что пара решила расстаться. Впрочем, как призналась Варнава, расставание случилось еще в прошлом году, однако они предпочли скрыть это от публики и даже от близкого окружения. «Мы разъехались, и как бы банально это ни звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще», — рассказывала она. Как бы там ни было, в жизни Екатерины уже появилась новая любовь. Пока она не раскрывает личность своего избранника, хоть и призналась, что познакомилась с ним за кулисами танцев со звездами. Также известно, что его зовут Владимир.